8-9-10. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Несколько интересных вещей по этому тексту. Кан катув Машиах ше ницлав о ниткар лифней брията улам. Здесь написано распятый Машиах или пронзенный Машиах до сотворения мира. Зе мусак легамре иуди. Это очень еврейский принцип. Васифрут иудит каемет казе мусак. В еврейских книгах существует принцип. Лифней брията улам. Что до сотворения мира. Элохим Евиме отсмо шива дворим. Господь принес от себя семь вещей. Шем шела Машиах. Имя Машиаха. Ган Эден. А, рай. Гейном. Ад. Кисе кавод. Трон славы. Тора. Тору. Вочные дворим, что они шахахте алеем акшав. Еще две вещи, которые я только что забыл. Аваль. Маше меод меанен. Но что очень интересно. Машиах. Машиах. А мусак шел Машиах. Этот термин Машиах. Бакета Егуди за тамида и та. В еврейской жизни это была очень актуальная вещь. Машиах шимо ая мукар лифней брият аулам. А имя Машиах знали до сотворения мира. И вот сейчас Йоханан пашут мецатет это кета. И здесь Иоанн просто цитирует это место. Ани хошев ше бишвили зе хизук эмунати. Для меня это укрепление веры. Ани игуди. Я еврей. Ве ани роце лаамин ки игуди. Я хочу верить как еврей. Ве ине аля машиах шели нихтав лифней брият аулам ве давка диюк. Ниткар. И вот до сотворения мира было написано про моего Машиаха, и было написано, что он был пронзен и распят. И вот здесь написано про книгу жизни. Сефер Хаим. Про книгу жизни. Записано ли твое имя в книге жизни? Я не прошу поднять руку. Но подумай. Многие люди думают, они родились в верующих семьях. Я всегда был верен своей жене. Я всегда отдавал десятину в общине. Иногда я молюсь. И я могу так протянуть до смерти. Катув бакитвей кодеш, ше кол эхад ахар ках олех ледин. Дин шел Элохим. Написано в Святых Писаниях, что каждый потом идет на суд Бога. Но благословение и спасение дано тем, которые написаны в книге Машиаха. Лично ты знаешь, написано ли твое имя в книге жизни? Я оставляю этот вопрос открытым. Потому что это только твое дело с Богом. Они мамаш негет коль דברים פנאטים בתוך ה... Кайле радикалим битоха гуфа Машиах. Я очень против фанатических радикальных выпадов в теле Машиаха. Авал иньян, аима та баемет, есть лха кешер им Элохим. Но тот вопрос, правда ли у тебя есть связь с Богом? Аима та баемет бифним микабель адраха ми руах хакодеш. Действительно ли ты внутри получаешь руководство от Святого Духа? Это очень важный вопрос.